Мне кажется, что вот та война, которая сейчас проходит, я уже говорил сегодня, что мне кажется, что здесь не будет победителей. Здесь мы все проиграем, общество в целом. И я не считаю зазорным, если человек, там, боец вооруженных сил Украины, сдался, он тем самым сохранил свою жизнь. Он сохранил себя для общества, для того времени, которое наступит по-любому скоро, для того, чтобы созидать. Ведь, понимаете, ну, человек, он по сути своей не воин, он созидатель. Понимаете, все-таки придет время, когда нужно опять будет пахать землю, печь хлеб, заниматься мирной жизнью. И чем больше мы сохраним жизни на сегодняшний день, тем наше общество будет здоровее и лучше.